Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя лекция будет посвящена разбору вопросов чрезвычайных ситуаций, методов защиты в условиях их реализации, а также пожаробезопасности и электробезопасности. Согласно Федеральному закону номер 68, чрезвычайная ситуация трактуется как обстановка, сложившаяся на определенной территории в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей. На данном слайде представлен титульный лист самого федерального закона о защите населения и территории от чрезвычайного ситуации природного и техногенного характера. Это, повторюсь, закон номер 68 от 21 декабря 1994 года. Закон является действующим на сегодняшний день с изменениями и дополнениями и дает определение как самой чрезвычайной ситуации, а также определяет общие для Российской Федерации организационно-правовые нормы в области защиты от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Источник чрезвычайной ситуации. Что же это такое? Это опасное природное явление, авария или техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных или растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может произойти чрезвычайная ситуация. По источникам или вот по природе возникновение чрезвычайной ситуации подразделяются на техногенные, природные, биологические, экологические, антропогенные и социально-политические. Условия формирования чрезвычайных ситуаций заключаются в том, что всякому чрезвычайному событию предшествуют те или иные отклонения от нормального хода какого-либо процесса или события. Характер развития события и его последствия определяются дестабилизирующими факторами различного происхождения. Это может быть и природное, техногенное, антропогенное, социальное или иное какое-либо воздействие, нарушающее функционирование системы. На сегодняшний день разделяют 5 фаз развития чрезвычайной ситуации. Первая фаза – это накопление отклонений. Второе – фаза – это инициирование самой чрезвычайной ситуации. Следующая фаза – это процесс развития чрезвычайной ситуации. Четвертая фаза – это действие остаточных факторов. И пятая, последняя фаза – ликвидация чрезвычайной ситуации и последствий. Техногенные чрезвычайные ситуации. Что это такое? Это такие ситуации, происходящие в большинстве в своем в техносфере и связанные, как правило, с производственной деятельностью человека, в свою очередь приводящие к авариям или катастрофам,
в результате которых нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей. Может возникнуть даже угроза их здоровью или даже жизни. Наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Техногенные чрезвычайные ситуации классифицируются по опасным техногенным событиям. Всего разделяют 10 основных типов техногенных чрезвычайных ситуаций. Это такие, как транспортные аварии и катастрофы, пожары, взрывы, аварии с выбросом или угрозой выброса химически опасных веществ, аварии с выбросом либо угрозой выброса радиоактивных веществ, аварии с выбросом или угрозой выброса биологически опасных веществ, гидродинамические аварии, внезапное обрушение зданий и сооружений, аварии в электроэнергетических системах, аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения, аварии на очистных сооружениях. Негативные факторы, которые формируются на различных объектах экономики, несут потенциальную угрозу возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций. Ну, под объектом экономики понимается субъект хозяйственной деятельности, производящий какой-либо экономический продукт, результат человеческого труда или хозяйственной деятельности, или выполняющий различного рода услуги. К объектам экономики относятся промышленные объекты или предприятия, транспортные объекты, к примеру, транспортные магистрали и транспортные узлы и развязки, энергетические объекты, это различные теплоэлектроцентрали, и сельскохозяйственные объекты и целый ряд других возможных объектов. Потенциально опасным объектом экономики, имеющим высокий риск чрезвычайных ситуаций, можно отнести опасные производственные объекты, организации и производства продукции, технические процессы которых могут предусматривать использование вредных биологически активных веществ, радиационно опасных веществ, транспортные средства и путепроводы, а также места захоронения токсических и радиоактивных веществ. При чрезвычайной ситуации объект экономики, попавший в их зону, зачастую либо частично, либо полностью теряет способность производить продукцию, выполнять другие свои функции, которые возложены на него. В этом случае говорят о потере данным объектом устойчивости функционирования. Под устойчивостью работы объектов народного хозяйства понимают способность противостоять разрушительному воздействию поражающих факторов в чрезвычайной ситуации, производить продукцию в запланированном объеме и номенклатуре, обеспечивать безопасность жизнедеятельности рабочих и служащих, а также приспособленность к восстановлению своего производства в случае наступления какого-либо повреждения. Устойчивая работа объекта достигается путем проведения комплекса мероприятий, направленных на защиту рабочих и служащих от поражающих факторов чрезвычайной ситуации, на исключение возникновения вторичных поражающих факторов.
Перечень мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов народного хозяйства или производственных объектов, включает 5 групп. Первая группа – это инженерно-технические мероприятия. Вторая группа – это финансовое и материально-техническое обеспечение защищенности. Третья группа – это совершенствование систем информатизации и управления. Четвертое – это совершенствование систем подготовки в области повышения защищенности. И пятая, последняя группа – это другие мероприятия по повышению защищенности, которые, в свою очередь, входят в мероприятия, которые не вошли ни в одну из вышеперечисленных групп, но носящие существенный вклад в повышение устойчивости функционирования объекта экономики. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайной ситуации проводится для заблаговременного принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, смягчению их последствий, определению сил и средств, необходимых для возможной ликвидации последствий аварий, катастроф и различных стихийных бедствий. Целью прогнозирования и оценки последствий обстановки чрезвычайных ситуаций является определение размеров зоны чрезвычайной ситуации, степени разрушения зданий и сооружений, потерь среди персонала объекта и населения. Три этапа прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайной ситуации. Первый этап производится прогнозирование последствий наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Причем прогнозирование осуществляется для среднестатистических условий. То есть это могут быть среднегодовые метеоусловия, среднестатистические распределения населения в домах, на улице, в транспорте, на работе и так далее. Средняя плотность населения. Этот этап работы проводится до возникновения чрезвычайных ситуаций. Второй этап – это прогнозирование последствий и оценка обстановки сразу же после возникновения источника чрезвычайных ситуаций. Причем это проводится по уточненным данным. Что следует понимать? Это время возникновения чрезвычайной ситуации, метеорологические условия на этой территории на данный момент и так далее. Ну и на третьем этапе корректируются результаты прогнозирования и фактической обстановки по данным разведки, предшествующие проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ. Защита населения, в том числе и персонала различных организаций от чрезвычайных ситуаций, это совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и снижение угрозы жизни и здоровью населения от поражающих факторов и от воздействия источников различных чрезвычайных ситуаций. Ну и мероприятия защиты населения выполняют как в превентивном, так и в оперативном порядке. То есть профилактика, либо уже непосредственно. Основой формирования общегосударственной и территориальной систем защитных мер и дифференцированного подхода к организации защиты населения является так называемое зонирование территории страны
по возможным видам и степеням различных опасностей, которые могут возникнуть. Основными видами защиты населения от воздействия поражающих факторов являются следующие виды защиты. Это инженерная, радиационная, химическая, противопожарная, медицинская защита и вплоть до эвакуации населения. Ну и давайте более подробно остановимся на противопожарной защите. И необходимо отметить, что противопожарная защита и пожарная безопасность – это совершенно не одно и то же. Первая является неотъемлемой частью второй, и отвечает она за мероприятия, направленные на предотвращение воздействия огня на людей и различные материальные ценности. Определения и термины. Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Противопожарный режим – это правила поведения людей, порядок организации производства, порядок содержания помещений и территорий, обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров. Меры противопожарной безопасности – это действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе при выполнении требований пожарной безопасности. Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью людей. Поэтому защита от пожаров является важнейшей обязанностью для каждого члена общества и проводится в общегосударственном масштабе. Ну так, например, сейчас в России развитию противопожарного нормирования придается очень большое значение. В настоящее время обеспечение пожарной безопасности зданий и сооружений различного назначения базируется на развернутой системе противопожарных норм строительного проектирования. Нормативные документы. На территории Российской Федерации действуют следующие основные нормативные документы в области пожарной безопасности. Первое – это федеральный закон 21 декабря 1994 года о пожарной безопасности. Это ФЗ-69 от 21 декабря. Следующее. Федеральный закон от 22 июля 2008 года. Федеральный закон номер 123. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации с изменениями на 21 мая 2021 года. Эти три документа являются основополагающими и действующими на сегодняшний день на территории Российской Федерации. Давайте более подробно остановимся на этих документах. Ну и вот в частности, самый первый документ – федеральный закон о пожарной безопасности. Вот на слайде титульный лист. И настоящий федеральный закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Он регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами,
должностными лицами, гражданами, в том числе гражданами, индивидуальными предпринимателями. Все это регулирует и нормирует данный закон. Следующий закон, федеральный закон номер 123. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Настоящий федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан, юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает такие общие требования пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям, сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Ну и правила противопожарного режима в Российской Федерации с изменениями на 21 мая 2021 года. Это совершенно новые правила, которые устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и содержания территории, зданий, сооружений и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. Ну и при обнаружении пожара или признаков горения в здании, в помещении, должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданств, необходимо провести следующие меры. Необходимо немедленно сообщить о факте выявленном по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса, места его расположения, место возникновения пожара и, соответственно, привести свои контактные данные. Также принять меры по эвакуации людей в случае угрозы жизни. Общие требования для предотвращения пожара следующие. Пожар невозможен ни при каких обстоятельствах, если исключается контакт источника зажигания с горючим материалом. Исходя из этого принципа, разрабатываются разделы правил пожарной безопасности, направленные на предотвращение и тушение пожара. Если потенциальный источник зажигания и горючую среду невозможно полностью исключить из технологического процесса, то данное оборудование или помещение, в котором оно размещено, должно быть надежно защищено автоматическими средствами, такими как аварийное отключение оборудования и устройств различных сигнализаций. Классификация пожаров и горючести веществ. Но классифицируются пожары согласно инструкции по учету пожаров и различных критериев классификации около 150. Ну и вот в частности мы давайте с вами разберем классификацию пожаров по типу. По типу их различают индустриальные, то есть это пожары, возникшие на заводах, фабриках и хранилищах. Бытовые пожары – это пожары в жилых домах и на объектах культурно-бытового назначения. А также природные пожары. К ним относят лесные и торфяные пожары. Летом этого года были невероятные по масштабам лесные пожары в Саха-Якутии. С эвакуацией населения, с привлечением различных
средств и техники из других регионов с катастрофическими размерами ущерба. Вот это лето 2021 года. Следующая классификация пожаров по плотности застройки. Различают отдельные пожары. Это чаще всего городские пожары, горение в отдельно взятом здании при невысокой плотности застройки. Вот такие пожары достаточно легко локализовать. Сплошные пожары – это вид городского пожара, охватывающий значительную территорию при плотности застройки 20-30%. Следующий вид пожара – это огненный шторм. Это достаточно редко, но невероятно грозное последствие пожара при плотности застройки более чем 30%. Локализация такого пожара крайне затруднительна. Ну и последний вид пожара по плотности – это тление в завалах. Классификация в зависимости от вида горящих веществ и материалов делится на пожары твердых горючих веществ и материалов. Класс А. Который подразделяется в свою очередь на класс А1 – горение твердых веществ, сопровождающихся тлением. Это уголь, текстиль. И А2 – горение твердых веществ, не сопровождающихся тлением. Ну, как правило, это пластические массы. Следующий – это пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов. Класс Б. П1 – горение жидких веществ, нерастворимых в воде, таких как бензин, эфир, нефтепродукты, также горение сжигаемых твердых веществ, парафин и стеарин. И В2 – горение жидких веществ, растворимых в воде, таких как спирт и глицерин. Следующий пункт, третий – это пожары газов, класс С. Ну, чаще всего это горение бытового газа. Следующие пожары металлов. Д. Класс Д подразделяется на горение легких металлов, за исключением щелочных, таких как алюминий, магний, их сплава. Д2. Горение щелочных металлов, как натрий, калий. Д3. Это горение металлов, содержащих соединения. Следующий класс – это пожары горючих веществ и материалов, электроустановок, находящихся под напряжением. Это класс Е. И последний класс, класс F – пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ. Это класс F. Основные факторы пожара. Опасный фактор пожара – это фактор пожара, воздействие которого приводит к материальному ущербу. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся пламя и искры, тепловой поток, повышенная температура окружающей среды, повышенная концентрация токсических продуктов горения и термического разложения, пониженная концентрация кислорода, снижение видимости в дыму. Сопутствующим проявлением опасных факторов пожара относятся осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, различных агрегатов,
изделий, ну и прочего имущества. Радиоактивные и токсические вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из вот этих разрушенных технологических установок, из разрушенного оборудования, агрегатов, изделий, ну и прочего имущества. Вынос высокого напряжения на токопроводимые части технологических установок, как-то, допустим, изоляция обгорает, и, возможно, вынос высокого напряжения на оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество. Ну и воздействие огнетушащих веществ. Условия протекания и стадии пожара. Для того, чтобы произошло возгорание, необходимо наличие четырех условий. Первое условие – это горючая среда. Второе условие – это источник зажигания, то есть непосредственно сам открытый огонь, химическая реакция, электроток. Наличие окислителя, например, кислорода воздуха и пути распространения пожара. Сущность горения заключается в следующем. Нагревание источников зажигания горючего материала до начала его теплового разложения. В процессе теплового разложения образуется угарный газ, вода и достаточно большое количество тепла. Выделяется также углекислый газ, сажа, которая оседает на окружающем рельефе местности. Время от начала зажигания горючего материала до его воспламенения называется временем воспламенения. Максимальное время воспламенения может составлять несколько месяцев. Ну и с момента воспламенения начинается непосредственно сам пожар. Начинается объемное распространение пожара. Ну и стадии пожара в помещениях. Вот первые 10-20 минут пожар распространяется линейно вдоль самого горючего материала. В это время помещение заполняется дымом. При этом рассмотреть в это время пламя практически невозможно. Температура воздуха поднимается в помещении до 250-300 градусов. Причем вот эта температура воспламенения всех горючих материалов. Вот на слайде приведена первая стадия пожара в помещении. Буквально через 20 минут начинается объемное распространение пожара, в отличие от предыдущей стадии, когда распространение шло линейно. В данном случае речь идет об объемном распространении пожара. Спустя еще 10 минут наступает разрушение остекления, увеличивается приток свежего воздуха, то есть приходит еще окислитель в большем количестве, и резко увеличивается развитие пожара. Температура достигает 900 градусов. Наступает фаза выгорания. В течение буквально 10 минут наблюдается максимальная скорость пожара, то есть распространение огня. После того, как выгорают основные вещества,
Происходит фаза стабилизации пожара. Это от 20 минут до 5 часов. И если огонь не может перекинуться на другие помещения, пожар идет на улицу. То есть внутри все выгорело, и тогда пожар начинает пытаться распространиться вовне. В это время происходит обрушение выгоревших конструкций. Возможно, падение крыши и стен. Методы противодействия пожару. Такие методы делятся на несколько групп. Первая группа – методы, уменьшающие вероятность возникновения пожара. То есть это профилактические меры. Следующая группа – это защита и спасение людей от огня. Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К таким мероприятиям относятся конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений, различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями и между пожарными отсеками, а также между зданиями. Следующее мероприятие – это ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкции зданий. В том числе речь идет о кровлях, о материалах отделки зданий, облицовке фасадов, помещений внутри и пути эвакуации людей. Снижение технологической взрывоопасной, взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий. И наличие первичных, в том числе автоматических, привозных средств пожаротушения, сигнализация и оповещение о пожаре.
Борьба с пожаром. Способы и приемы прекращения горения в условиях пожара основаны на следующих параметрах. На прекращение доступа в зону горения окислителя, то есть на прекращение доступа к кислороду воздуха. На охлаждении зон горения ниже температуры самовоспламенения с помощью химической пены. И на механическом взрыве пламени сильной струей газа либо воды. Огнегасительными называют вещества, которые при введении в зону сгорания прекращают горение. Ну и основные огнегасительные вещества и материалы – это, конечно же, вода, водяной пар, химическая и воздушная механическая пены, водные растворы солей, различные негорючие газы, галоидно-углеводородные огнегасительные составы, сухие огнетушащие порошки. При всем при этом следует четко представлять, какие огнегасящие вещества и материалы можно использовать при различных пожарах. Давайте перейдем с вами к электробезопасности. Итак, электрический ток как потенциальная опасность. Действие электрического тока на организм человека носит достаточно многообразный характер. Проходя через организм человека, электрический ток вызывает термическое, электролитическое и биологическое действие. Термическое действие. Такой вид действия проявляется в ожогах тела, в нагреве до очень высоких температур внутренних органов, включая сердце, мозг, кровеносные сосуды. Электролитическое действие проявляется в разложении органических жидкостей тела, таких как вода, кровь, и нарушение их физико-химического состава. Биологическое действие тока проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей организма и сопровождается непроизвольными судорожными сокращениями мышц. Причем мышцы не только скелетные, но идет и речь о мышцах органов. Электрические травмы. Все действия электрического тока на организм приводят к двум видам поражений. Электрические травмы и электрические удары. Электрические травмы представляют собой четко выраженные местные повреждения тканей организма человека, вызванные воздействием электрического тока
или дуги. Электротравмы, можно сказать, что излечимы, хотя степень тяжести может значительно варьировать, вплоть до гибели человека. И различают следующие электрические травмы. Это электрические ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, электроофтальмия и механические повреждения. Электрический ожог возникает при значительных напряжениях и несовершенном контакте человека с токоведущими частями. При совершенном контакте возникает электрический знак. Это может быть четко очерченное пятно серого, либо такого бледно-желтого цвета на поверхности кожи человека. Металлизация кожи. Это такой интересный эффект. Это проникновение в верхние слои кожи мельчайших частичек металла, графита. Болезненность вызывает высокая температура этих частичек, которые, собственно говоря, контактируют. Электроофтальмия – это поражение глаз, которое вызвано интенсивным излучением электрической дуги на уровне ультрафиолета и инфракрасных лучей, учитывая, что и те, и другие вредны для органа зрения. Механические повреждения возникают в результате резких, непроизвольных судорожных сокращений мышц, вплоть до возможного разрыва кожи, кровеносных сосудов, вплоть до возможного вывиха суставов, перелома костей. Возможны вторичные последствия, вызванные падением с высоты, либо непроизвольными ударами. Электрический удар – это результат биологического действия тока, возбуждение внутренних живых тканей организма, проходящим через него электротоком, сопровождается непроизвольными судорожными сокращениями мышц. Если последние принадлежат органам дыхания или сердцу, то возникают очень тяжелые последствия. Может возникнуть клиническая или биологическая смерть. Все это возможно из-за прекращения дыхания, сердцебиения и наступления так называемого электрического шока. При клинической смерти у человека отсутствуют признаки жизни. Нет дыхания, нет сердцебиения. Однако жизнь в организме не угасла и поддерживается на низком уровне. Еще в течение буквально 6-8 минут. И если не приступить к оживлению организма, именно в эти скоротечные минуточки происходит гибель очень чувствительных к кислородному голоданию клеток коры головного мозга. Погибают нейроны. С истечением указанного времени, как правило, наступает биологическая смерть, и она уже необратима.
Факторы, определяющие опасность поражения электрическим током. Характер и последствия воздействия на человека электрического тока зависят от следующих факторов. Это электрическое сопротивление тела человека, от величины напряжения и силы тока, от продолжительности воздействия электрического тока, от пути тока через тело человека, то есть от пути, которая проходит ток внутри тела, от рода и частоты электрического тока, от условий внешней среды и от индивидуальных свойств человека. Существуют специальные правила устройства электроустановок, которые делят все помещения по опасности поражения людей электротоком на три категории. Особо опасные, с повышенной опасностью и без повышенной опасности. Особо опасные помещения. Что это? Это помещение характеризуется наличием одного или нескольких из следующих условий, создающих особую опасность. Это может быть особая сырость или влажность. Это когда 100% потолка, стен, пола, предметов в помещении покрыты влагой. Химическая активная или органическая среда, разрушающая изоляцию и токоведущие части электрооборудования. Примером таких помещений, в частности в быту, могут служить ванные комнаты, душевые, бани, это могут быть различные производственные складские помещения, помещения под землей и так далее. Вторая группа помещений – это помещения с повышенной опасностью поражения людей электротоком, которые характеризуются наличием в них одного из следующих условий. Влажность, превышающая 75%. Наличие токопроводящей пыли. Наличие токопроводящих полов. Это могут быть металлические, земляные, железобетонные, либо кирпичные полы. И наличие высокой температуры. Возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, либо механизмов, имеющих соединение с землей с одной стороны и к металлическим корпусам электрооборудования с другой стороны. И примером таких помещений могут служить, ну, например, буровые установки. Это могут быть нефтеперекачивающие станции, цеха механической обработки материалов,
складские неотапливаемые помещения и прочее. Ну и последняя группа – это помещения без повышенной опасности поражения людей электротоком. Такие помещения характеризуются отсутствием условий, создающих повышенную либо какую-либо особую опасность. К таким видам помещений можно отнести жилые помещения, лаборатории, конструкторские бюро, офисы, учебные помещения, актовые залы и так далее. Безопасность при работе с электроустановками обеспечивается применением различных технических и организационных мер. Данные меры регламентированы действующими межотраслевыми правилами эксплуатации электроустановок. Технические средства защиты от поражения электрическим током делятся на коллективные и индивидуальные. Основные коллективные способы и средства защиты от удара током – это изоляция токопроводящих частей, либо проводов, и очень тщательный, непрерывный ее контроль. Установка оградительных устройств. Предупредительная сигнализация и блокировка, использование знаков безопасности и предупреждающих плакатов, применение малых напряжений, оборудование защитного заземления, зануление и защитное отключение.
Не можно сохранить его.